Ель благородная собирается легко и просто. Подставка, ствол и ветки. Берем ветку, расправляем веточки и вставляем кассету. Вот так. Устанавливаем макушку. Вот так. Ель благородная. Отличается своей стройностью и ровным красивым силуэтом. При этом веточки густые и пышные. Хвоя изготовлена из пленки ПВХ. Делает ее внешний вид изящным и немного аристократическим. К празднику она наполнит ваш дом теплом и добавит хорошее вам настроение.